Хотелось бы, чтобы мы с вами отвечали тем проблемам, которые есть в обществе. Очень приятно, что большее количество людей в городском общественном совете завязаны сегодня на семейные ценности, вообще на сохранение института семьи и на проблемы демографии. Это основная проблема, это основная тема, которая не может нас сегодня не беспокоить вообще в целом в стране. Поэтому очень бы хотелось, чтобы городской общественный совет выбрал для себя приоритетное направление, которое сегодня нужно решать нам вместе. Легко, например, опять же, принимать решение по лежащему полицейскому светофору. Если там написали 15 или там 25 человек о том, что дети ходят в школу, и, пожалуйста, поставьте лежащий полицейский, то сомнений нет. Мы ставим лежащий полицейский, тут же по лежащего полицейского, и тут же буквально через несколько дней начинаем читать, что мэр весь город тыкал светофором и так далее. И вот в таких вот всяких разных интересных ситуациях, на мой взгляд, нам в администрации города очень нужна помощь общественников, вашего общественного совета, а правильно ли он принимает решение, правильно ли он. Самое главное, чтобы мы с вами одной большой, дружной, классной командой, в которой собрались действительно неравнодушные, очень вовлеченные, очень ответственные и яркие люди, чтобы мы одной командой с вами трудились на благо процветания нашего замечательного города Череповца.